Надеюсь, что им это удастся. Окей, дальше катаются Ксютинг, Гуань и Мейни Вань. Они обгоняют спортсменов из Соединенных Штатов Америки всего лишь на 1.5 балла. Ну и посмотрим, как они справятся. Это все вчерашние юниоры. И вот эта пара, и предыдущая, они буквально еще в прошлом году соревновались на юниорском гран-при. И вот сейчас китайцы имеют возможность посоревноваться на мастерском. Да, китайцы будут кататься под музыку из кинофильма. Угадай, какой по костюму. Боюсь делать предположение. Не ходишь в кино? «Принц Персии». Когда бы ты сказал об этом по костюму? Понравилось выступление ее учеников, тренеру Ги Гао.
слышно одобрительные возгласы с трибун. Это не потому, что там что-то вот им из кота не понравилось, а потому что прилетела большая плюшевая игрушка сейчас на лед. Бывает, да. Это были Ксю Тингуань и Мень Вань из Китая, который занимает предпоследнее место на этом турнире. Ну вот так, если бы мы были объективными судьями, мы бы их не поставили вперед китайцев. Вперед американцев. Ну, поскольку, Вась, мы с тобой объективные судьи, то мы их и не поставим вперед китайцев, но мы... Американцев. Американцев, да. Мы не приглашены на эти соревнования в качестве судей. Но, тем не менее, друзья, давайте посмотрим. Действительно, видимых ошибок у китайцев не было. Но, тем не менее, начнем с выбора музыки. Правила этого сезона говорят нам о том, что музыка должна быть танцевальной, не должна быть угнетающей. Прямо в правилах написано, да, что должна быть, да, она должна быть позитивной. Там так и написано, что музыка должна нести позитив, ритм танцевальный. Поэтому вот в этом аспекте, безусловно, они проигрывают американским спортсменам. Вот эта поддержка, я не считаю, что здесь сложная поза у партнерши, она абсолютно простая, поэтому данная поддержка заслуживает всего лишь второго уровня. А также были помарки и в других поддержках, и во вращении, видимые профессионалам, и достаточно слабые дорожки шагов. Поэтому я думаю, что объективно они должны проиграть. Несмотря вот на тот очаровательный предмет, который в руках баклажан находится у партнера. Но, символ благополучия. Ну, по-моему, не проиграли, да? 65-72. И они занимают первое место. Ну что ж. Они на 2 балла лучше выступили, чем Канусио и Лорелло, только в произвольной программе.